На ковре борцы весовой категории до 61 кг. В красном трико Владимир Ленчинов представляет команду России, город Улан-Удэ. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 города Улан-Удэ. Студент Государственного университета, кандидат мастера спорта. 9 лет занимается борьбой под руководством Батыра Базарова, Баира Унгуева. Победитель первенства Республики Бурятия до 23 лет. Его соперник по рейсе Имтрико Норик Арджунян представляет команду Армении. Мастер спорта Армении, 15 лет, занимается борьбой под руководством Аршака Арепетяна. На ковре А борцы весят до 61 кг. В красном трико Андрей Бекренев представляет команду Республики Беларусь, город Минск. Тренируется в Республиканском центре олимпийской подготовки стайки, мастер спорта международного класса. 17 лет занимается борьбой под руководством Валентина Мурзенкова. Борис Синтрико на ковре А. Александр Авелов, кандидат в мастера спорта, представляет команду России, города Якутск. Тренируется в Центре спортивной подготовки «Триумф», студент Федерального университета, тренер Будимир Яковлев. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 23 лет этого года. На ковре проходит второй период поединка. В красном трико Яков Павлов. Команда России, город Бугуруслан. Центр спортивной подготовки. Студент Института физической культуры и спорта. Тренируется под руководством Даниила Неустроева. В синем трико борется Энгбол Адучин. Команда Монголии, город Улан-Батор. Спортивный клуб «Алдар». Тренер Энгбаян. Субтитры
На ковре А победу одержал Александр Авелов, Россия. Приглашаются Максим Бурьянов, Россия. Ампайер Лаусре, Бурьянов. На ковре С победу одержал Владимир Ринчинов, Россия. Приглашаются Петр Константинов, Жаргал Дамгинов. Ковер Б. Риск не оценивается. Вниманию наших зрителей, знатоков вольной борьбы, наших гостей, мы объясняем, что с 2023 года в силу вступили новые правила борьбы Международной Федерации Объединенного Мира Борьбы. На ковре выиграл Павлов.